И Баффало, в общем-то, активизировался в последние несколько минут. 8 с небольшим еще играть. И вход в зону не получился у Торонто. Так, и вот тут у нас все-таки драка случилась. Каспари Капанин выяснял отношения с Эланом Родригесом. Ну и обоюдное удаление, естественно, будет сейчас. Ага, ну так вот немножко. Потолкались еле-еле, а потом вот сбросили край. Но тут, видите, Родригес не удержался, завалил его. Больше борьба была, а не такая драка в исполнении этих ребят.